Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео. Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, и сегодня я хочу рассказать вам про бафы, которые на прошлой неделе в обновлении добавили, но добавили после того, как я сделала видео. Тут, в принципе, есть о чем поговорить, поэтому решила сделать дополнительно видео по поводу этого самого забафа. Что нужно знать? Что у нас есть в городах НПСы, у которых можно за 500 тысяч, то есть за 5 слитков по 100 тысяч, купить баф. Это баф на атаку, включает в себя всю атаку, всю меткость. Это баф на защиту, это снижение урона и макс хп. И это баф на опыт, опыт навыков и боевой опыт. Какой баф бафать, мы выбираем сами. По принципу, как с пристанищем. Пристанища у нас тоже разделены на ремесленное, на фармище и на ПВП. Но в отличие от пристанища, эти бафы можно наложить на себя одновременно. То есть на себя можно бафнуть и атаку, и защиту, и опыт. Действуют бафы эти 2 часа с момента самого бафа. НПСы находятся в Вели, Хидели, Кальфионе, Альтинове, Грани и Валенсии. Можно будет бафнуть и на осаду, и на фарм, и просто на прокачку даже на пугалах. Как это дело работает? Вот я составила список, потратила, не считала сколько слитков, и вот таблица у меня. Вся атака, вся меткость и снижение урона могут выпасть вот рандомно, либо плюс 8, либо плюс 5, либо плюс 3 к соответственному показателю. Макс хп может быть как 150, так 100 или же 50 плюсом. Боевой опыт это на 5, 10, либо 15. Бафается одновременно 2 бафа. То есть, например, вот мы подойдем в Хидели к Арсену, и у него, как видишь, есть выбор. Атака, защита, либо опыт. Накладываются сразу 2 бафа, но накладываются рандомно. То есть, например, мы заказали у него атаку, он мне выдал сейчас плюс 3 атаки и плюс 3 меткости. А мог выдать плюс 3 атаки и плюс 8 меткости, либо плюс 5 плюс 5, либо плюс 8 плюс 3, либо плюс 8 плюс 8, как захочет. Потом мы, например, заказали у него баф на защиту. Он мне выдал плюс 3 снижения урона и плюс 150 хп. Видишь, то есть это в разнобой. Если еще раз нажать на защиту, он заменит эти рандомными новыми бафами. Ну а опыт, вот у меня плюс 5 и плюс 10. Бафы не слетают при смерти, также они работают вместе с пристанищами, с обедами, с забафом из дома, вместе с алхимией. То есть это как еще один дополнительный баф, который стоит недорого, бафается просто. Ну, хотя, если ты захочешь бафнуть что-то топовое, я вот, например, когда тестила защиту, очень долго мне 150 хп не выпадало. Раз 10, наверное, я прожала. То есть, ну, такой. Элемент лотереи, но я думаю, что даже плюс 50 хп это будет неплохой буст, когда ты идешь на ПВП, либо там на фарм, на каких-нибудь жирненьких мобах. Вот список НПСов, которые нам накладывают баф. И просто, используя поиск возле мини-карты, вбиваем это имя. Вот, например, Масаби. И нам показывает, что Масаби Алда находится в Валенсии. Нажимаем, прокладывается автопуть. Мы по этому автопути добегаем, и все. НПСов придется либо запоминать со временем, где они находятся, либо выкладывать свою шпаргалочку где-нибудь на монитор цеплять в важных городах, например, там у нас, где осада обычно, либо где ты фармишь. Ну и в принципе все, видео коротенькое, но решила сделать его отдельно, так как вопросы будут, и если в обновлении вдруг ты этого не заметил, не в курсе, да, что такое добавили, то вот, пожалуйста, пользуйся. Ну а так, следи за обновлениями на нашем канале, каждый раз я выпускаю полный обзор, стараюсь разобрать абсолютно все дополнения, все показать, все прощупать, все протестить на своей шкуре и выложить в видосики. А еще заходи на стримы, по вечерам Нитра ходит на сумрачную арену, либо что-нибудь точит, либо фармит мобцов. Заходи в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать важные новости. Мы всегда стараемся в группе дублировать полезную какую-нибудь информацию. Ну и заходи на второй канал, там я записываю геймплей и провожу стримы по воскресеньям. До встречи на просторах игры, пока-пока!